Ребята, не забывайте, что у меня сейчас висят страйки, я стримлю на другом канале, называется он Holdik Live, ссылка на него будет в описании, подписывайся, у меня там каждый день стримы. Итак, дорогие друзья, всем привет, этот ролик вообще должен быть посвящен теме, как скачать Brawl Stars до релиза на Android и на iOS. Но честно, ребят, я не могу вот инструкцию растянуть на весь ролик, поэтому я сейчас вам вот буквально вот такую вот часть ролика дам инструкцию, как скачать, остальная часть ролика будут онлайн-катки с котом. Он, кстати, с нами в Дискорде, он хочет что-то вам сказать. Всем привет, друзья! Обязательно посмотрите в описании, там ссылочка не то, что на Brawl Stars, там еще ссылочка и на мой канал. Крутой. Да, ребята, значит, по поводу как скачать на iOS. На самом деле, я уже записывал инструкцию, ничего не изменилось. Я оставлю ссылочку на тот видос, на котором я записывал инструкцию. Просто пересмотрите, и вы вообще на изи скачаете. Там буквально несколько действий нужно сделать, сменить страну, и вы уже будете буквально... Точнее, вы найдете Brawl Stars у себя в App Store. А по поводу Android, вам нужно посмотреть сейчас небольшой отрывочек, который я сейчас вот озвучу отдельно, вы его посмотрите. Там тоже ничего сложного, просто нужно скачать кое-что и установить. И все, и вы будете играть вместе с нами до релиза и прокачиваться. Так что посмотрите сейчас отрывочек, и мы продолжаем. Ребята, скачать Brawl Stars на Android просто проще некуда. Я даже изначально подумал, зачем посвящать этому отдельное видео, потому что тут очень все просто. Значит, смотрите, вам нужно просто скачать APK-файл, просто его установить, и все, и у вас игра уже на мобилке. Ссылочку я оставлю на APK файл в описании, там будет ссылка на группу, перейдете на мою группу, и там уже скачаете эту ссылочку. Проще некуда. Вот сейчас на видео вы видите, как все нужно делать, это вообще просто скачали, установили, и все, проще некуда. Никакие VPN, ребята, никакая смена страны вам не нужна. Просто скачали, установили и играете. Если будут какие-то сложности, пишите в комментариях. Ребят, ну вдруг, если у вас не получится скачать по этому способу, я не знаю, ну мало ли, вдруг разные устройства и разные там способы нужны. Опишите, пожалуйста, вашу проблему, я, возможно, запишу вторую часть, разберусь с вашей проблемой и сделаю полноценный, возможно, выпуск. Ну, у меня на устройстве все сработало, все отлично, и у кота тоже, поэтому надеюсь, что у вас... будет тоже все ок. В общем, ребят, я думаю, что инструкция, как скачать Brawl Stars, несложная. Вы разберетесь, это очень изи. На Android сейчас вообще проще всего скачать. Просто там файлик скачал, установил и все. Парился, потому что, ну, говорит, что не получается что-то скачать. Я сегодня просто вот на ПКшник этот скачал, блядь, установил, и вообще нифига, то есть нормально, вообще без никакого VPN. А если у них там какие-то, может, рут права, все, на все андроиды пойдет нормально, не будет никаких проблем? Я не знаю, у меня рут права, получается, стояли, но я сомневаюсь, что рут права там вообще нужны. У меня рут-права стояли, например. А, слушай, так а вдруг реально нужны, а мы об этом не сказали? Или вряд ли? Даже и нужны будет, то ничего страшного, ты второй ролик запишешь. В общем, ребят, если будут какие-то сложности, вопросы, вы не стесняйтесь, пишите, я запишу тогда вторую часть. Ну, думаю, что не будет никаких проблем, блин, Android, типа, ну, для чего вам тогда Android, если вы не умеете им пользоваться? Не, ну, на iOS попроще, на самом деле, там просто сменил страну и... Да нет, на Android попроще, просто установите все. Но это если root-права не надо, если надо root-права, то извини меня, там... Root-права там точно не надо, root-права, смотри, ну, там, типа, никак не запрашивают тут права, так что не надо никак. Давай добивать ее, что ли. Да, она твоя. Она моя. Вот, а на iOS там, ребят, я ссылку оставлю на видос, где вы можете посмотреть подробную инструкцию. Вот, там вообще изи-пизи. Я не знаю, проще только... Ты сдох! Ты сдох! Да, ты убил, между прочим. И она забрала банк. Прекрасно, вообще замечательно. Еще этого быка не могу убить. Хилься. А, это там Барли. Боньк, тащи, Ваня, тащи твою мать, уходи. Ага. 200 кубков сливаем, я в шоке. Так это ж ты умер, не я, блин. В смысле? Ты так же сам мог бы умереть. Почему я мог так же сам умереть? Потому что это ты. Ты что, забыл? А то что, тот сдох его, напарник? Лол, да. Прикол. Тогда держись 10 секунд. А нахуй? Да! Да ну это ты сдох, я на банке подобрал из-за тебя. Короче, ребят, вы реально скачиваете сейчас, вы, если зареганы, по той ссылке, вы оставайтесь зареганы. Кстати, да, кто не успел зарегаться, есть офигенный способ. Сейчас просто скачиваете Brawl Stars до того, как он, получается, выйдет Brawl Stars. Да. У вас будет скин Шелли. Шелли, да. Скин, который не будет у ваших там одноклассников. Там, а почему? Вроде они говорили, что всем дадут скин, нет?
2... Нет, смотри, получается, всем, кто играет до релиза, либо до 2 миллионов регистраций. А, да, поэтому, ребят, вы скачивайте вот заранее Brawl Stars, все самые интересные плюшки будут у вас. То есть все, да. Все только скачают, когда релиз выйдет, а вы уже, короче, будете батька тут. Да я заебался проебать. Какой-то говняный персы меняем нахер. Да. Так, знаете, Пока получается вот это вот и... Короче, Пока будет менять этот скин. Ну, типа вот как сейчас Мортис, такой же там примерно будет и Пока красивенький. Вот это все, что видел 5 персонажей, помнишь картиночку и типа... Такие будут вот... Кого взять? О, я давно с ним не играл, поехали. Фрэнка, 250, окей. Мне, значит, надо брать... Давай Динамайка. Вот, и что еще, почему надо вам скачать Brawl Stars? Потому что пацаны, 2019 год, это просто, если у вас есть мобилки, то у вас на мобилке должна быть эта игра. Ну, вы будете круче своих одноклассников, если вы такие уже начали прокачиваться, а эта игра точно зайдет, она будет в топе Play Market, App Store, и типа вы будете самым модным. Да в эту игру сколько будут, ну понимаете, это новая игра, ну как, она уже, конечно, год, но... Это даже новый стиль игры. Но они же не забьют на нее сейчас, они однозначно будут сейчас ее как-то там продвигать, как-то будут ее обновлять. Clash Royale просто затмило Clash of Clans, и вообще без споров там был, что Clash Royale прям... Ну, тут, конечно, да. Ну, тут, да, спор, может, будет, но, типа, первое время, наверное. То есть она не будет сразу, наверное, такая популярная. Я сказал, короче, стой! Вот, это я его... Я ему по горбу добавил кувалдой своей. Так. Нифига себе, банок у Джесси там. Сука. Так забирай Джесси. Так она, короче, стреляется по мне, стоит там далеко и такая пиу. Пиу, пиу. И от меня отлетает, короче, кусочки мяса. Давай, это твой. Кстати, Мортису еще и шляпу вернут, между прочим. А, так он будет шляпу носить. А Мортис будет тот же самый по дизайну, но шляпу типа ему поставят обратно. Вот это прикол, да? А, так это мопс, короче, да, будет теперь. В смысле? А почему мопс? Да, додумайся. Что-то я тебя не понимаю, ну ладно. Ну ты ж, конечно, шляпу добавят. Ну вот подумай. Я просто редко смотрю вопсы, я не такой зэк, как ты просто. Я зэк? Ты какой же я зэк? Просто это как мем, блин. Ты что, шляпу не носил? Да в смысле? Иди ты со своей шляпой. Я не знаю, ребят, я не должен был этого знать, но я почему-то это знаю. Так, все, плюс 6 кубков, ебой, короче, давай дальше. Вообще на изи, пацаны, вообще, вот дайте нам быстрее глобал, дайте нам быстрее. Кстати, а будет проще играть с глобалом или наоборот же? Наоборот же придут такие задроты с доты. Смотри, дауничи будут заходить в игру, они не умеют крутиться, они будут... Хотя нет, это прикольнее, можно будет наш... А, нет, это хуёво. Блин. Палка с двух сторон, блядь, концов. Ты понял. Ну, я понял, да. Ну, крутиться, ребят, не надо, только бомжи крутятся. Ну, да, так там, да. Не, ну, на самом деле, так и поднимают. Я сегодня, короче, играл... И Тара такая крутится, я за Спайка. Ну окей, я тоже покрутился. Потом берет она меня, из трех тычек убивает. Прикинь. Я такой, сучка. Так прикол в том, что в следующий бой она мне подбирается. И, видимо, ник мы не запомнила, я тоже кручусь. И она только тимится, я ее... Еще видится, ну нормально. И ты ее вынес. Да, ну понимаешь, это ж месть, это так приятно. Это... Ай, ну понимаешь, выше уже 300 кубков, там уже если крутишься, то лучше не убивать и такое, ну понимаешь. Ну понятно, это там же... Просто... Это на низких там кубках там дауны играют. Понимаешь, блядь, меня что там фигарят. Так, бой. Блин, жаль через кактус. Когда будешь записывать для новичков гайд? Какой-то, подожди, еще релиза нету, как выйдет релиз, я запишу и гайд. Новичка... Друзья, вот напишите, пожалуйста, в чатике, кто тут новичок вообще по Brawl Stars, кому уже игрушка. Бау, бау! Ну почему не помогаешь, блин? Ну все, это топ-3, мы не затащим тут. Я сдох. Не, смотри, оп. О, класс, вот это ты ему урона нанес. А, нет, да, топ-2. Видишь, и уже топ-2 это. О, у меня есть этот, ульта, так что. Давай, надо... прячься тут, а я буду на себя. Давай. Спрячься, лень. Все нормально. Ты со словами поаккуратнее, молодой человек. Давай. Да погоди. Потому что давай, ты же видишь, она катит. Вот сейчас, давай, поехали. Пау! Сука! Вау. Ты видел? Вау.
Да ты... Да он просто прочитал меня, он просто знал, что я в ту сторону буду. Ай, господи. Да ладно, что, серьезно? А с чего ты взял, что он туда именно пойдет? Это ниже 300 кубков. А я вроде вообще автоатаку использовал. До этого, получается, на 700 кубков и спустился на 300 кубков. Тут слегка сложнее понимать. Ну да, да, я аж просто с небес спустился, блин. Не знаю, как тут бомжи играют. Так, ладно. За мной. Хорошо. Все за мной. Тихо, блин, ну не стреляй! Бля, нахуй она стреляет? Я думаю. Блин, она так прикольно крутится. Я вообще вдаль, ты посмотри, прикольно. Она какая-то тупая слишком. Я ее прочитать не могу, понимаешь? О, давай, давай, я... Она не убегает, она наоборот бежит ко мне. Ой-ой-ой. Ваня, спасайся! Блять, ладно. Я спасусь, у него ульты нет? Ой, куда ты? Фрэнк такой тупой, он как Кличко. Бля, Дауничи тут играет, это пиздец. Ну вот представь себе, вот что сейчас релиз и... Ты резайся, потому что я тут застрял. Да, я рез. Не подпускай ее к баночке. Я сейчас... Не бери баночку. Ага, конечно. Ага, понятно, ладно. О, подожди меня, подожди. Давай. Сука, я думал ты... Давай, иди сюда. Ага. О, блин, чуть-чуть. Поджопник-то какой. Достал. Достал. О, это наши клиенты, Что-то я Фрэнком ни разу не попал. Я реально скилл прям чувствуется, как будто реально играл. Да я сам, короче, такой, типа, блин, откуда я это все умею? Сам такой, знаешь. Да. Ну, блин, не знаю, родился я такой универсальный, значит. Так, короче. Смотри. Оп. С двух тычек просто. Этот дебил скин купил. Гемы некуда выкинуть. Бэм! Бэм! Ну этот, как его? О, я... Давай. Все, ребят, на этом будем завершать. Я думал, он тебя вынесет, хотел проорать тебя. Плюс 6 кубков. О, 14 ранг! Ебой, Фрэнк! Я помню, Фрэнк был топом когда-то. Вань, ты апай на Фрэнке 500 кубков, типа, крутись и апай. Это вообще изи, то есть я 600 уже брал. Ну, об этом в следующем ролике. Короче, ребятки, все ссылочки полезные будут в описании. Я думаю, что вы тоже скачаете Brawl Stars до релиза, чтобы вы успели немножко, ну, научиться играть, я не знаю, прокачаться. Это полезно будет до релиза, честно. Я вот не жалею, что я скачал до релиза, потому что, ну, я уже какие-то тут, ну, моменты в игре знаю. Хотя бы режимы знаю, какие тут. Вот. Ну что, желаем вам удачи. Вот, что еще? С Новым годом, с днем рождения, с праздником. Не болейте. С 8 марта. С 23 февраля. Ну, наперед. Все, пацаны. У меня, кстати, такие уже новогодние стримы чуть-чуть. Там снежок у меня тоже такой идет. Да все, да, я тоже скоро в Санта-Клауса переоденусь. Короче, еще 2 недели и все, начинаем, короче, хайпить по-новогоднему. Все, ребята, всем добра, позитива, до скорых встреч. Всего мокрого. Блин, это Лунтика пересмотрел.